Всем привет! В данном видео хочу совершить свой первый вывод из сервиса InStime. Для этого я зашел в свой аккаунт и перехожу в вкладочку «Финансы». В данный момент у меня есть на балансе 2311 долларов. Нажимаю кнопку «Вывести». Далее система просит меня указать мой ePayments кошелек. Перехожу в ePayments. В данный момент у меня 0 на счету. Копирую кошелек. Вставляю. И давайте выведем круглую сумму 2000 долларов. Заявка успешно создана. Подождем. Сервис выводит в течение 24 часов, но, как показывает практика, он выводит на самом деле очень быстро, да, даже моментально. Ну, подождем, может быть, мне придут деньги намного быстрее. Так, пока по нулям. Ну, деньги сняла. Заявка в ожидании. О! Сообщение от ePayments. О, чудесно. На мой счет только что поступило 2000 долларов. Как видите, ребята, вывод работает отлично. Работаем дальше, зарабатываем большие деньги. На связи.